Итак, я хочу рассказать вам о числе 2084. Оно фигурирует в одной небольшой задачке. Эта задачка происходит на шахматной доске но только на очень большой доске, бесконечно большой. И я пронумерую поля. Я начну, выберу любое поле и обозначу его единицей. Затем я пойду по спирали вокруг него и буду нумеровать поля. Это называется квадратная спираль. И я кручусь, кручусь и кручусь, пока не заполню всю доску. А затем я возьму коня, обычного шахматного коня, и поставлю его на поле номер один. Теперь я смотрю на поля, на которые он может пойти. Конь может пойти с одного на 12 или же на 18. Есть правило. Мы всегда ходим на наименьшее поле и не можем ступать на одно поле дважды. Мы всегда должны выбирать новое. Тогда с одного, мне кажется, мы можем пойти на, на 10. Есть 8 полей и 10 наименьшие. И мы получим последовательность. Последовательность полей, на которые ходил конь. Она начинается с единицы. Его первый ход ⁇ наименьшее число, на которое он может пойти и где он еще не был. Так он может пойти на 10. С 10 ⁇ а, он может пойти назад на 3. 10 переходит в 3, поэтому третий член последовательности ⁇ 3. С 3 мы можем пойти на 6. Очевидно, 6 следующее число. Затем 9, 4. Такова последовательность. Мы делаем так до бесконечности? Было бы здорово бесконечно продолжать это, но странная вещь встает на пути. После того, как мы подолгу это делаем, конь попадает в ловушку. На самом деле, он застревает после 2016 года. -го он не может двигаться. Все поля вокруг него, на которые он может пойти, уже были им пройдены. И она, то есть последовательность, обрывается в этот момент, после 2016 ходов. А последнее число, на которое он ходит, это 2084. И у меня в записной книжке есть картинка спирали. Здесь можно увидеть, как он начинает вот тут, и цвет становится все светлее и светлее. Сначала он довольно темный, а потом идет синий, зеленый, желтый. Он крутится, иногда появляются странные длинные линии из точек, будто бы конь двигался по прямой, хотя он движется буквой «Г». Но со временем он доходит до этой красной точки, где и застревает. Ведь все восемь квадратов, на которые он мог бы сходить, были им пройдены. Это удивительно, своевольно, не так ли? Неожиданно, что он может... Ну, казалось бы, у него есть некая схема или система передвижения, по которой он бесконечно движется. Да-да. Это тебя удивляет? Да, это поразило меня. Мне кажется, это замечательно. Такая странная последовательность. Числа, не входящие в последовательность, это тоже последовательность. Если смотреть на непройденные конем поля, а их бесконечно много, и последовательность бесконечная, то наименьшее число, не конем, это 961. То же самое можно сделать не только с конем, но и с ладьей или слоном. Можно также сделать это на доске другой формы. Например, на такой, который вы получите, если возьмете только четверть бесконечной доски. Давайте представим, что это наша доска. И мы нумеруем поля, как в спирали. Только тут мы пойдем по диагонали. Или точнее, антидиагонали. Два, три и так далее. Потом играем в ту же игру. Играем в ту же игру. Один. И на какой наименьшее поле он пойдет? Он может пойти только на 8 или 9. И он должен пойти на наименьшее. Тогда последовательность 1, 8, а с 8 мы можем пойти на большие числа здесь. Но наименьшее, очевидно, 6. Так что 1, 8, 6, а затем на 2. А потом похоже на 12 и так далее. 1, 8, 6, 2, 12. Опять же, последовательность конечная. На ходу 2402 он попадает на 1378. И оттуда ему некуда пойти. Последовательность умирает. Схема движения опять цветная. Начинается в углу, и по мере движения траектории цвета становится светлее и светлее. И видно, Красный Крест вот здесь. Там он попадает в ловушку. Ты ее обожаешь, не так ли? Ага. Но то же самое можно сделать с ладьей. А ферзь никогда не застрянет и продолжит двигаться. Ты играешь в шахматы? Нет, уже нет. Я перестал играть в возрасте 14 лет. Они забирали слишком много времени. И ты решил заняться вместо шахмат вот этим? Ну, этим я не занимался, пока не попал в аспирантуру. in the description. Перевёл The Mysterious Falcon озвучил Картон.